Промастер готов. И дан старт 10-й скачки призу в честь Конорт Лорда. Ну что же, Сердин принимает лучше остальных по бровке, а дальним полем Мирзабек и Дэвид Барс. Там же Промастер, Топаз, ну и Флавтес. Перед трибунами Сердин лидирует. Сердин впереди, Юрий Гули ничего сдерживает. Топаз выезжает на второе место. Вот смотрите, Анзор даже в легком посыле едет на Промастере. И полем Флавтес. Далее Комбат Барс, Дэвид Барс по бровке. Там же Маэстро Аманит. Лошади входят в правый поворот. И впереди Сердин. Замыкает у нас сейчас Кромблей. 38 едут прилично. И скачку ведет даже Промастер. Тут немножко выходит вперед по бровке. Рядом с ним Сердин. А полевой стороной рядом с ними Дэвид Барс. Флавтес, точнее, это да. Флавтес выходит на третье место. Ну и вот они втроем сравниваются. Хамзат Улубаев запускает Флавтеса. Ну и тут же Промастер. Промастер, Флавтес и Сердин втроем лидируют. И сцепились они втроем. Топаз на четвертом месте. Ну и там попытается сейчас подъехать на бросок Дэвид Барс. Впереди, немножко впереди Промастер. На втором месте Флавтес. Между ними Сердин, остальные отстали. Ну вот Флавтес полем выходит вперед. Флавтес повел скачку. Флавтес отделяется от компании. Флавтес, ну вот, похоже, это тот самый Флавтес, которого мы привыкли видеть. Флавтес впереди с преимуществом где-то в три корпуса при выходе на финишную прямую. На втором Промастер, тут же Сердин, остальные кучно, там бросок делает с последнего места Кромблей. Скачку ведет Флавтес при выходе на финишную прямую. Сердин вторым, Промастер третьим. Остальные растянуто. И Флавтес лидирует по финишной прямой и лидирует довольно уверенно. Ну что же, мы говорили о том, что все зависит от него. Если он будет в порядке, если с ним все будет хорошо, обыграть его здесь никто не сможет. И похоже, что так оно и происходит. Флавтес уверенно приближается к финишу. И Флавтес выигрывает приз в честь Конорт Лорда. Вторым Сердин. Кромблейм, Промастер и Дэвид Барс.